спорта международного класса. Поздравляем! And winner of the MTG is a three-time winner of bronze medal in the Championship of Russia. Кстати, выиграл он у Андрес Артега, который является победителем первенства мира среди молодежи до 23 лет. Достаточно именитый спортсмен. On the mat, being in a red singlet, the world champion of the Euro 2017, Takahashi Yuki, Japan. And the opponent in blue singlet, Karabuka Ali, Turkey. А сейчас на ковре А вторая схватка. Команда Россия-Куба. В красном трико выступает Зелимхан Абакаров, Россия. И противостоит ему кубинский борец Йовис Бонне Родригес. And the man A participating in weight categories 4 kilos, Zelikham Abakarov, Russia. And the man from Cuba, Yovis Bonne Rodriguez. Zelikham Abakarov is Dagestan, город Хасавюрт, ЦСКА, и параллельный зачет Чеченская Республика. Тренируется у Анатолия Маргиева и Зелимхана Гусейнова и Жоан Умарова. Призер чемпионата в России. Противостоит российскому борцу Зелимхану Абакарову один из сильнейших борцов мира, чемпион мира прошлого года, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, победитель Пан-Американских игр, кубинский борец Йовис Бонне Родригес. На ковре Б в красном трико Юдай Фуджида, Япония. В синем трико Мунир Акташ, Турция. For the match in the weight class under 61 kilograms, Fujita Yudai, Japan, and Aktash Muni, Turkey, are invited to the mat B. Oye, no te voy a coger tanto los brazos. Move!
pasivo. Te quieren poner pasivo. Yo buscando yo. Winner is Honor Rodriguez Yoles from Cuba, the acting champion.